Я когда начинаю заниматься этой темой, у меня, честно, дрожит голос, и мне хочется, чтобы наш город стал лучше, и чтобы для моих детей, для моей дочери это было, не знаю, намного лучше, чтобы наш город развивался. И я безумно счастлива быть в этом проекте, и безумно рада, что наши жители очень активно идут на контакт, готовы делиться теми идеями и предложениями, которые у них есть, и хочется сделать все для того, чтобы их услышали, чтобы наш город точно был лучшим городом Земли, каким он сейчас является.